Это вам от соседнего столика. Там же никого нет. Ну ушли люди, не выливать же пиво. Кстати, у нас с собаками нельзя. У нас нет собаки. А что случилось? Ничего не случилось. На чаевые, может, не оставлять? Я уже в гардеробе из вашей куртки 50 рублей взял. Послушайте, вы можете мне не мешать? У меня сегодня очень важный день. А, хорошо, понимаю. Сам недавно дембельнулся. Только зачем ты с ней пришел? Настюш, я долго готовился к этому дню, и мне кажется, что пришло время. А, я все понял. Идите все сюда, сейчас мужика в рыцари посвящать будут. Да блин! Только не говори, что ты забыла меч. Случай в ресторане. Смотрим. Ой, хорошо, отпраздновали юбилей. О, вот это покушали, а. Здорово. Вот это покушали. Покушали, так покушали. Официант, принесите, пожалуйста, счет. Да-да, все готово. Ой. Прошу вас. Ой. А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья. Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей за глаза, это даже с чаевыми, нормально. А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500. Слушайте, ну я побольше зарабатываю, 550. Ага. Итого 1550. Нормально. Что, хватает, нет? Ну вообще-то нет. Тут счет на 28 тысяч. С чего? Ну 28 тысяч. Надо разбираться, вы что? Как так? Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что? С чего ради-то главное? Поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че? Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал. Дятел. Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что. Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч. Чего тут дорого? Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском? Ну я. Серега, ну что, плати. А что я-то? Ну что, твоя же баба, ты и плати. А чё моя-то? Ну ты же с ней пришел, ну. Ак я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну чё, твоя баба, значит? Чё села-то, иди к ней. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нафига сейчас бы 14 штук прилетело. Вы чё позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было. Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтоб мы вообще от стыда под землю провалились. Чтоб метро провалились прямо от стыда. Я вообще тогда платить не буду. Ты с метро-то что переборщил? Червонец да, был. Да что я вас искал? Что, никуда не уходил? Что я вас искал? Что? Ага. На парковке? Я у таксиста просто спрашивал, где он, никто не знает. Я у таксиста спрашивал, что... Все, извините, мы сейчас заплатим. Перестаньте. Так, давайте я буду говорить, что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей. Давай я. Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей. Ну, давай 5 я. Макароны. Макароны я макароны, я макароны. Макароны с устрицами 2,5. Слушайте, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы. Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами. Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за? Ну давай. Димка за. Славка за? Я против. Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч. Слушайте, вы что хотите делать? У меня денег нету вообще. Что хотите делать? Я так понимаю, мы тут с друг другом что хотим, можем переделать. Нам будет стыдно, а деньги-то не появятся. Что-то надо придумать. Нужны идеи. О! Таракан. Официант! Что за дела у вас? Смотри, что творится вообще? Таракан, таракан, вот.
Ой, простите, ради бога, это наша вина, мы уберем соус из счета. Сколько там? 7 рублей. Блин. Молодец, Сережа. Мог Таракановым в кальян бросить хотя бы? Не долетел чуть. Слушайте, давайте прекратим этот балаган на МВД России. Вопросы есть у вас, нет? Ну, есть пара вопросов. Где фотография, где печать? Почему Россия с одной «С»? Кстати, вот еще один счет вам на 1500. Как еще один счет? Ой, какие полторы? Тихо! Кто-то жрет. Баба жрет! Баба жрет! Ну вы следите, чья баба-то, я не знаю, вы чё? Ничья, ничья, поэтому жрет. Да вы что, с ума сошли, что ли? Мы не ели бразильские. Извините, прекратите сейчас меня. Красиво еще. Да не нужно, все, забыли про 1500. Что с первым счетом будем делать? Что с первым счетом делать? Что? Что, не было у вас такого, что вот, ну, не заплатили и ушли? Ну, почему не было? Бывало. И вот недавно, кстати, компания также не заплатили и ушли. И чего, их даже не искали, да? А как их найдешь-то? Вода в реке мутная. Глубина 6 метров течения. Ну что, будем платить или тоже пойдете? Нет, не пойдем. Мы обязательно заплатим, только в следующий раз. Когда в следующий раз? Через 10 лет, когда КВНу будет 60. Белая ворона! Друзья, вообще отдыхать можно по-разному. Можно остаться одному дома и посмотреть телевизор, а можно с любимой пойти в ресторан. Пойдем, дорогая, пойдем. Уже близко? Да, уже почти пришли. Леш, мы хоть из метро-то вышли? Да, вышли. Два часа ехали. Присаживайся аккуратненько. Сейчас, сиди, сейчас будет сюрприз. Сюрприз я люблю. Так. Зажигалку забыл. Потерпи, пожалуйста, 2 минуты. Только не снимай повязочку, хорошо? Ну, хорошо. Не снимай. Хорошо, обещаю. Кольцо это мне мой подарил. Дорогая, я скоро буду. Я жду тебя, Лёша. С вами все в порядке? Дорогая, иду. Ага. Ну что ж, все готово. Дорогая, теперь ты можешь снять повязку. Да, не, Леш, я уже как-то даже попривыкла. Дорогая, не стесняйся, сними повязку. Мне не горит! Снимай, дорогая. Ну ладно. О, Леша, ты такой волшебник, спасибо. Какие классные стены, такой интерьер потрясающий в этом. Так, дорогая, дай сюда. В этот замечательный день я хочу... Подожди. Леш, подожди. Дорогая, ну мы 3 года вместе. Подожди. Сохрани интригу. Дорогая, никакой интриги. Где? Как? Где? Где вторая Сережка? Ах, это Сережа! Вы знаете, мы заметили, что во Владивостоке очень много разных тематических ресторанов, и решили предложить вам свой. Итак, представьте, открылся первый в мире кино-ресторан, в котором все блюда названы в честь известных фильмов. Официант, можно вас? И тебя вылечат, и меня вылечат. Да-да, я понял, это кино-ресторан. Вот подскажите, у вас все блюда названы в честь известных фильмов, но я все равно не пойму, где какое. Вот что это за блюдо «Запах женщины»? Это борщ. Так, я принцип понял, давайте тогда по всему меню пробежимся. Секретные материалы. Шаурма.
особо опасен. Беляш с вокзала. Омерзительная восьмерка. Слипшиеся пельмени. Горбатая гора. Голубцы. Выживший. Недоваренный рак. Все умрут, а я останусь. Балтика нулевка. Собачье сердце. Собачье сердце. Свой среди чужих, чужой среди своих. Это белорусский пармезан. Слушайте, вот, пожалуй, его и возьму. I'll be back. Друзья, для любой девушки настоящая трагедия увидеть на ком-то такое же платье, как и на ней. Но бывают ситуации похуже. В ресторане. Смешно! Что смешно? Что я оделась как стол? Не похоже! Ой, не... все, короче, блин. Ладно, буду делать, что задумал. Выходи за меня. А, вот ты где! Есть такие парочки, чьи отношения поддерживаются исключительно благодаря ревности. Ну давай, рассказывай, что это за мадам? Опять началось. Какая мадам? Вон, за желтым столиком, белобрысая. Пялится на тебя, оценивает. Да ладно тебе, человек просто в ресторан пришел. Как ты ее назвал? Человек? Меня ты так никогда не называл. Ты серьезно? Да, все, иди к ней! В смысле? Иди, иди! Ну и пойду! Ну иди! Ну и пойду! Ну иди! Ну и пойду! Ну иди! Вернулся тот-то же. Салат будешь? Просто, я так посмотрю, горячее уже подано. Ах, так? Молодой человек, какое-то у вас лицо знакомое. Вы у меня на Авито ничего не покупали? Ага. Слушай, котенок, а что ты делаешь завтра после работы? Ты что, телевизор не смотришь? Нет у нее сейчас никакой работы. Точно, вы же Алла Михеева. Точно, вы же у меня свитер покупали. Я понимаю, вы звезда, но запомните, вы не Собчак, а я не израильский паспорт. Скрывать меня не получится. Ах так! Потанцуем! Потанцуем! Скоро тебя потеряю, но сердце не хочет. Все-таки хорошо, что вы не русофоб. Ах так! Алла! Мымра крашеная! А у тебя прическа дебильная! Алла, это я не вам. Кстати, хорошо ведете. Жаль, не сегодня. Так. Это что началось-то? Это что происходит, а? Это что такое? Это чё за Вадимка чужих девок у Вадимка, а? Алла, я, если честно, ваша фанатка. Не могу сказать, чем конкретно я восхищаюсь, но это прям восторг. Еще раз ты ее хотя бы пальцем тронешь, то та-да! Я не знаю, что я с тобой сделаю. Дорогой, ты что, ради меня научился пародировать Галыгина? Я даже обрадовался, что ты именно к нему пошла. Потому что Жилина я вообще не знаю, как пародировать. Вадим!
общем, ну, не тупите. Давай. Садитесь уже. Да. Осень, Москва, ресторан. Ну, Мариночка, тебе 18, мне чуть больше 40. Как обещал, Москва, вино, зелень, ешь. А-а-а, сначала в Инстаграм. Ух ты, по 100 грамм? Молодец, давай. Да. Стопы не ешь, мне нужно сначала это выложить. Насколько я знаю, в жизни совсем наоборот. Сначала ешь, ну а потом... Ну ладно. Любимая, а что за праздник? У меня сегодня день рождения. Вау, а что ты мне подаришь на день рождения? Красивый развод. А что ты хочешь? Я хочу 7-й айфон. Я же тебе уже дарил 7 айфонов. Да, но среди них нет ни одного 7-го. Опа, подожди. Как это среди 7 айфонов нет ни одного 7-го? Что у тебя по математике было? Или ты хочешь... А, ты хочешь, чтобы я тебе подарил 8-й, да? Мафи, Сереж, 8-й еще не вышел. Может быть, ты хочешь, чтобы я с андроидом ходила? Не будешь ты с ним ходить. Я ему сейчас позвоню. Кому? Андроиду, Кончаловскому. Я его знаю. Он что, думает, у Высоцкого жену увел, и у меня можно, что ли? Так, знаешь что? Прежде чем расстегивать на девушке платье, научись застегивать ей пальто. Знаешь что, Мариночка? Не забывай, кто тебе кости в будку бросает. Ладно, поехали покупать 7-й, 8-й айфон. Я люблю тебя, Сережа. Пальто застегни, пошли. Последнее время в ресторанах стало популярным приносить счет в абсолютно разных предметах. Ваш счет? А картой расплатиться можно? Нет, только пушниной и янтарем. В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке. Здравствуйте! Здравствуйте! Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане? Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут? Анфиса. Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а? Знаете, у меня смущает греча. Подожди, парень, ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар — это горилла, это результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и... И я ее спасаю. Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину, кровь, кетчуп 50 на 50... У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А? Это так позитивно! Здравствуйте, православные! Добро пожаловать в русскую кухню! Здравствуйте! А можно нам официанта? Конечно, официант! Чувак! Идите сюда! Вы что? Какой он официант? Музыкант он? Здравствуйте. Я Турсунбек, меня зовут официант. Что хотели? Ну, давайте для начала 200 грамм водочки. Вот знаете, вот водку не советую вам. Почему? Вы знаете, я бывший мэр этого города. Все проклятая водочка. Ладно. Ладно, давайте нам, в общем, для начала солений, квашеной капусты, чесночка, черемши. Так, и звоню, что все, да? Горячий что-нибудь будете заказывать? Да. Свинина есть? Свинина есть. Вот человек нету, который к ней может подойти. Эй, ты! Что смеешь? Сапоги можешь там сушить, а? А у вас есть пельмени из медвежатины? А вы без музыки можете сидеть?
Ну да? Конечно, есть. Вот, пожалуйста, Толик, заворачивай тесто. Это что за ресторан такой вообще? Если не хотите, напротив кафе есть. Пойдем туда. Пойдемте туда. Вы куда идете? Я там тоже работаю. Официант, который никогда не пользуется блокнотом. Здравствуйте, меня зовут Павел, я ваш официант. Вы готовы сделать заказ? Да, Павел, записывайте. Я никогда не записываю. Ну хорошо, мне тогда мохито. Мохито! А какие супы у вас есть? Есть борщ и свекольник. Давайте борщ. Вадик, подогрей свекольник! И еще, чем у вас тут так неприятно пахнет? Я не знаю, но сейчас уточню. Вадик, чем воняет? Я готовлю мохито! До свидания. Последнее время в Москве стали очень популярны рестораны с экзотической кухней. Итак, самый экзотический ресторан. Ну, наконец-то. Нам понравится? Пока не знаю. Ты готов? А что там? А что вы заказали? Возьмите приборы! К черту этикет, держи нож вот так! Как ты себя ведешь? Ты же в ресторане! Вот зараза, дайте йод! А как его едят? Лучше втроем есть, с двумя он справится! Это на время его успокоит. У нас пропал аппетит! Зато у него появился! Выводите людей! Что делать? Наша история случилась в Москве. Она о том, как два арабских шейха в ресторане ожидают своего партнера, который задерживается в пробке. Я не понимаю, что он говорит. Любезнейший, нельзя ли попросить у вас помощи? Мы телефоны не принимаем, только наличные. Чербахошерогу. Просто поговорите и все. Алло? Это кто? Это не я. Да нет, кто ты? А, я Дима, официант. Послушай, Дима, видишь этих арабов? У меня с ними сделка на 5 миллионов баксов, а я в пробке. Задержи их, и я дам тебе 30 тысяч рублей. Хорошо. Пока он у меня, вы не уйдете. Мехмедин Зюкара. Отдайте наш телефон. Барахмейка за гутуке! Собака, древесина! Коруха ля падикате! Пожуйте ложь! Еще хошерва! Он что, сумасшедший? Ашвезе иншера мехмебе! Вы можете объяснить, что происходит? Чехмех чербеде! Чехмех чербеде! Чехабашара! Все верно, он сумасшедший! Ишкирите! Подождите! Один, два, три, четыре... Ну, это ведь вы должны понимать! Это же арабские цифры, ну! Еще хажабуру. Все, поехали, мне это надоело. Стоп! Do you speak English? Yes. Parlez français? Oui. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Че же я-то этого ничего не знаю, а? Так, посидите, пожалуйста. Марина! Марина! Ты же в резюме писала, что знаешь французский. А что, проверяют? Да нет, блин. Нужно вот этим вот по-французски сказать, чтобы они не уходили. Так это же арабы. Ой, французы, арабы, сейчас это почти одно и то же. Давай. Элен Роле, Патрик Бодье, Катрин Неве, Девин Пру. Шехора? Что она говорит? Ишкирюшкаратарушку. Перечисляет актеров из Элены ребята. Поехали отсюда. Блин, подождите. Я вспомнил. Бухгалтер Яков Моисеевич. Что вы орете? Это мое имя, а не песня Лепса. Яков Моисеевич, вы же у нас полиглот. Можете этим арабам объяснить, что их партнер задерживается? Добрый вечер. К сожалению, ваш партнер задерживается и придется немного подождать. Все хорошо. Никогда не думал, что так обрадуюсь еврею. Разрешите поинтересоваться, а в чем предмет сделки? Мы хотим купить землю в Москве и построить самое высокое здание в мире. Готовы предложить 5 миллионов долларов. Они готовы предложить 1 миллион долларов. Я понял, понял, попробую выбить больше. Давайте 6 и по рукам. Не, хорошо, мы согласны. Ни в какую.
Согласны на 1 000 000? Да я просто официант, я же не могу документы подписывать. Да? Жаль. Просто мне на пару секунд показалось, что сложилась моя жизнь. Ну что же, не смею тебя задерживать. До свидания. До свидания, следите, да. Слава богу, успел. Здравствуйте. Сейчас приедет переводчик, и мы все с вами порешаем. А тебе, парень, отдельное спасибо. После этого Дима поступил в университет, открыл свой бизнес и стал совладельцем крупнейшей компании в мире. Все это могло бы случиться, если бы не... PlayStation себе куплю, точно. Уважаемые друзья, когда говорят, что все азиаты на одно лицо, мы не обижаемся, потому что в жизни есть ситуации, когда нам это очень сильно помогает. Итак, весеннее обострение, пора любви. Восточный парень пригласил на свидание москвичку. А потом я ему: на, камень! А Петр ставит ножницы, и это все видели. Ну, вот так я и стал генеральным директором. Круто! Прошу прощения, с работы звонят, я поговорю. Ну, и я на минуту. Хорошо. Да, Петр Алексеевич, здравствуйте. Как на работу надо? Я не могу, у меня свидание с девушкой. Вот вы тоже скажете, Петр Алексеевич. Хорошо, сейчас буду. Уволит он меня. Добрый вечер, меня зовут Эльдар Джан, я ваш официант, что будем заказывать? Брат, не поверишь, тебя. Что, офигел, что ли? Да нет, слушай, ситуация такая. Понимаешь, я пригласил девушку на свидание, а мне срочно вызывают на работу. Может, подменишь меня? Я не могу поехать на твою работу. Да нет, я предлагаю, чтобы ты меня подменил на свидание. Что, с ума сошел, что ли? Да она не заметит никакой подмены. Мы азиаты, для них все на одно лицо. Не-не-не-не-не-не. 5 000 рублей. Это не серьезно. 50 100-рублевых купюр. Это ощутимо, я согласен. Скажи мне, она это, хотя бы симпатичная, нет? Она очень симпатична, вот ее фотография. Фу. Да не, вот она. А ты где? Я вот. Фу. Фу. Ну, короче, я побежал, давай. Подожди, подожди. Меня хотя бы как зовут? Айбек. Айбек. Ты вернулась? Да. Ты знаешь, я хоть и Айбек, но все друзья меня с детства коротко называют Эльдар Джан. Эльдар Джан. Эльдар Джан, да. Рассказывай дальше. Чего? Чем закончилась история с Петром? С Петром? Ну? Полтавой. Какой Полтавой? Нет? Слушай, ты какой-то странный. Ты это точно ты? Ну да, я это я. Ты это ты. И никого не надо. Подожди, подожди, подожди. Тогда скажи, что я люблю больше всего. Откуда я знаю? Я тебе говорила. Не говорила. Я тебе говорила. Не говорила. Я тебе говорила. Не говорила. Я тебе говорила. Вот ты любишь спорить. Молодец, все-таки вспомнил. Знаешь, я тебя просто разыгрывал. А, вот ты где сидишь. Три лагмана за соседний столик. Что он имел в виду? Я у него Wi-Fi спрашивал, пароль. Wi-Fi. Три лагмана за соседний столик. Ага, без пробела. Что-то не работает. А, не удивительно. О, заработала. А вот это удивительно. Да уж. Твоя любимая песня. Да хорош. Давай потанцуем. Это мама. Я на минутку. Да-да, конечно. Ну все, спасибо, я пришел, можешь идти. Брат, мне еще 15 минут надо, иди отсюда. Какие 15 минут? Вот именно, какие 15 минут? 30 минут мне дай, хорошо. Так, бери деньги, иди отсюда. Да не нужны мне твои деньги, может, я влюбился. Бери, я тебе сказал. Да, хорош. Бери. Да, ребят, надо. Привет. Вы молодого человека не видели, здесь сидел? Как его звали? Эльдар Джан? Или Айбек? Эльдар Джан. Или Айбек. Да какая разница? В смысле какая разница? Спокойно, ребят, подмену я заметила сразу. А к чему тогда весь этот цирк был? Да просто ты, Эльдар Джан,
тоже прикольный. Да ладно. Дорогие друзья, то, что мы, азиаты, все на одно лицо, это всего лишь глупый стереотип. Вот видите, даже девушка нас различает. А все потому, что мы, азиаты, уникальны, индивидуальны и ни в коем случае не похожи друг на друга. Спасибо! Мы узнали о том, что в Соединенных Штатах американцы открыли ресторан русской кухни. И мы решили пофантазировать на эту тему. Добрых вечеров, мужчина, женщина, девочка, стол, стул, на здоровье! Ты матрешка моя, Лёшка, ты матрешечка моя! А вы говорите по-русски? Исключительно русский. Потрясающе, я сам из России. Подскажите, пожалуйста, пароль от Wi-Fi, товарищ. Тамбовский волк тебе, товарищ, в одно слово с большой буквы. Окей. Я хочу быстро перекусить, порекомендуйте что-нибудь. Борщ. Борщ, так. Винегрет. Винегрет. Кому не естьеский салат? Угу. А какие ингредиенты? Картошечка. Огурчички из бочечки. И кабанунинина. Кабунининишка. Кабунинчичка. Кабананчочка. А. Качачка. Кабанятина. Кабунитина. Кабанятина, кабинет, да? Кабинет. Я понял. Нятина, кабанятина. Ничкачка. Нет. Кабанятина. Кабанятина. Ничкачка. Кабанятина. На. Кабанятина. Кабинетина. Да. Отлично. А как вы готовите кабанятину? Глухая тойга, по ней бежит наш кабанинин, кабинунин. Кабанятин. Кабинетин. Кабинетин. Бежит кабанятин. Бежит, по ней. Бежит кабанятин. По ней бежит кабанятин. Кабинютин. Понятно. Дальше. В кусточечках съедит наш постъевщик кабинетини. Кабинютишки. Кабинетин. Поставщик кабанятин. Поставщик кабанятин. Поставщик кабанятины. Понятно. Ну что ж, не надо. Давайте кофе. Сволочь ты, хороший выбор. Что вы сказали? Хороший выбор. Первое слово. Хороший. В самом начале что вы сказали? Добрых вечеров, мужчина, женщина, ты девочка. Ты, матрешка моя, Лёшка. Да заткнись ты, кофе принесите. Тварина. Кто тварина? Тварина. Кто тварина? Кофе тварина или раз тварина? Да, пошёл.